Ну что ж, мои дорогие друзья, с вами снова, как всегда, я Дезертир, и мы продолжаем проходить Mass Effect. Насколько вы помните, у нас здесь есть вот такая веселая миссия, где нам нужно что-то сделать, избавиться от искусственного интеллекта, который ничем хорошим не является. Ну, по крайней мере, нам это видится так на данный момент, и, скорее всего, это является какой-то частью Властелина, в общем, или чем-то похожим. В любом случае, сейчас будем пробовать смотреть, что же это такое, и все остальное. И все прочее. Ладно. Ну, видите, тарелочка даже поменяла свое местоположение, ну, точнее, не положение, а, ну, вы поняли. Угу. Прибытие к площадке. Надо быстрее. Так. Ничего хорошего пока что мы здесь не видим. Круто. Еще и враги здесь. Так, надо... Надо его все-таки убрать. Ага. Отобьете. Отлично. Давайте соберем патрончики. Надо попутно зайти туда, куда я не зашел. Блин, 5 патронов осталось. Да я уж понял. Так, патрончики. Отлично. 6 патронов у меня теперь для супероружия. Ну как супероружие, вы поняли, о чем я. И, кстати, 15 патронов для дробовика. Теперь я смогу справиться с кем угодно, опять-таки, ну... Из тех, кто в ближайшее время может мне встретиться, скорее всего, справлюсь, по крайней мере. Так, слушаем дальше записи. This is Project Overlord with an emergency message to Cerberus Command. We've experienced a catastrophic security failure and are requesting assistance. We... What do you mean our outgoing comms are jammed? How can it do that? Ну, вот так вот он и может это сделать. Satellite broadcast window is opening soon. Так. Притягиваем дорожку. Ну, точнее, выдвигаем, я бы сказал, не притягиваем, да ладно. И нам нужно потихонечку уничтожить вот эту огромную-огромную тарелку. Я думаю, мы с этим справимся. По крайней мере... Какой он злобный. Так. Прям по мне так целят. Так, теперь переключаемся на обычное оружие, ну... Как обычное, простите. Вот. Ни хрена не круто, короче говоря. Ладно, начать обход. Так, 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 так. Ты и ты. Ты и ты. Ты и ты. Ты. И ты, видимо. И ты. Отлично. Сохраняемся. Берем патрошки. И нужно искать врагов. Look sharp! Cloak target! Где-то охотник их, я помню, да, они жесткие ребята. Upload data must be approved by your department
Так, 3 патрона осталось, это хреновенько. Нужно срочно пополнить свой запас этого замечательного орудия труда. Так. Надо как-то поаккуратней. Еще вот только. Они менее опасны, они на меня так сильно нагло перейти не будут. Так, надо вывести вот этого чувака из себя. Замечательно. О, тихо. Надо как-то подхилиться немножко. Я думаю, ему. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Великолепно. Ну, не всегда же нам с дробовика стрелять, правильно? Так. Потрошечки милые, хорошие, давайте, собирайтесь. Ой, опять охотник. Ладно, надо его будет сейчас убить. Желательно очень аккуратно. А, нет, это не охотник, это прайм, мать твою. Это хуже. Так. А ну-ка, давайте-ка прайма вынесем с помощью вот этой хорошей штуки. У меня нет желания сражаться с Праймом. Ну, по крайней мере. Да. Сильно с ним сражаться желания нету. Тихо. Вот так вот. Так, у нас оба два мертвы, да? Ну, добивай. Замечательно. Так. Надо поднять наших ребят. И гранатки умею бросать. Я забыл. Ладно. Роботов они, по-моему, так не действуют. Так. Поднять наш отряд. Консумирование у нас там многоватенько вроде бы. Так. Раз, два. Отлично. Замечательно. Осталось только сохраниться. И забрать патрушки. Потому что без патрушков у нас будут проблемки. Ну и обыскать заодно всю эту местность на случай чего-нибудь полезного. Потому что мало ли... Кто знает. Я вроде, конечно, ничего пока здесь поднять не могу. Но на 100% быть уверенным нельзя, поэтому нужно попробовать побегать и посмотреть, может здесь есть что-то собрать. Иногда бывает важно, поэтому надо этим заниматься. Но нет, вроде я нигде ничего собрать не могу, поэтому просто бежим наверх. Надеемся, что там есть хотя бы что-нибудь типа патрошек. Ну, они мне пригодились бы на самом деле. Так. You need to destroy the support struts now. They have their own capacitors. Try blowing them up. Попробуем. Так. Ну что ж, начнем. Heavy fire imminent. Так. Ребята не делают примерно ничего хорошего. Structural integrity of dish has
Так, надо попадать, стараться в основном в голову. Сейчас все будет хорошо. Замечательно. Так. Теперь... Упс. Вот он. Давай, давай, давай. Yes! Отлично. Блин, нужно патрончики срочно собирать. Что, без патронов это будет совсем... Хреновастенько, тут у нас вообще патронов нет. Так, а что у нас, кстати, вот здесь вот? 45 патрошек, да? Разрушитель, прайм. Охренеть. Так. Не очень-то хорошо, но думаю, справимся. Так, с праймом, конечно, тяжеловато. На, добей. Молодец. Так, остался... Разрушитель, да? Так, сколько нам там патрончиков, кстати говоря, дадут? Ладно, гадюныш. Остановись. Мразь я такая. О, патрошки. Замечательно. Так. Разрушаем. Все опоры. Мать твою. You gotta be kidding. The whole thing's given way. Over here. The hell's going on around here? Man's reach exceeding his grasp. Come on, I'll explain. Итак, уничтожена параболическая антенна, найден уцелевший ученый. Получено 250 опыта, получено финансирование Цербера, получено Палладия и закрыть отчет, а не закрытый, как я думал ранее. You have my thanks, Commander Shepard. You bought us some time, though probably not much. This isn't over yet. Who did you say you were? Dr. Gavin Archer, chief scientist at this facility, and probably the only one left. You owe us that explanation. This is Project Overlord, an attempt to gain influence over the Geth by interfacing a human mind with a VI. The results have been less than satisfactory. I'd hate to see what you call a disaster. You can't dismiss the entire project. We did succeed, at least partially. My brother, David, volunteered to serve as a test subject, but his mind couldn't handle the VI connection. He's like a virus now, infecting our networks and seizing control of any technology he finds. It's why you had to destroy the dish. Imagine if his program got off-world.
How does he take control of electronics? This is a hybrid intelligence the likes of which I've never seen. I don't know where the man ends and the machine begins. What's the worst case scenario? A technological apocalypse. Every machine, every weapon, every computer could be turned against us. If he hit the extranet, who knows where it would end? You should have considered that before you started the experiment. We couldn't be expected to account for every outcome. Certainly not the abomination David has become. David, the VI has fortified itself in the main laboratory at Atlas Station. It's in lockdown now. To enter, you need to manually override security from our facilities in the Prometheus and Vulcan stations. How does the lockdown work? It's a fail-safe procedure in the event of an emergency. Normally, all three project leads have to agree to cancel the lockdown. I'm the only one left now. I can give my authorization, but you'll have to manually reset the other two yourself. And what happens if I have to kill your brother? Let's just hope it doesn't come to that. Tell me more about Project Overlord. We wanted to turn the guests' religious impulse into a weapon. When we saw them following Saren, we realized they could be swayed. And if a proper figurehead was created, a virus with a face, if you will, the Geth might be controlled. That's an ambitious undertaking. It would be the perfect weapon. Victory without casualties. We could avoid war with the Geth altogether. That was the plan, anyway. Tell me about Vulcan and Prometheus stations. Vulcan Station is our geothermal plant. It generates power for the four outposts. Prometheus Station is a crashed Geth ship full of dormant machines. We use them for our experiments. What happens on this station? This is Hermes Station, our communications uplink with the wider galaxy. If you hadn't destroyed the dish in time, the outcome would have been catastrophic. What went wrong with the experiment? David volunteered to interface with the VI to give it genuine consciousness. Theoretically, it should have been safe, but with artificial intelligence, there's no such thing as safe. Then you shouldn't have attempted it. And what if you'd never attempted to find the Reapers, Commander Shepard? Where would the galaxy be then? Sometimes you have to ignore the risks. What can you tell me about Atlas Station? Atlas Station is the main laboratory where all of our VI experiments take place. It's your final goal once you've overridden the lockdown. It's also where my brother became something else. Ясно. I'm heading out now. The other stations are all within driving distance. Best of luck, Commander. Почему все всегда так плохо? Ладно. Я думаю, что мы как-нибудь досправимся с этим всем делом. Но, помимо всего прочего, я считаю, что это, скорее всего, конец, так сказать, нашей веселой беседы. Ну и, собственно... А, нас заклинило, да? На молоте можно покинуть область и полететь до следующей станции. Ну, собственно, это уже будет, скорее всего, в следующей серии. А на сегодня всем спасибо и до свидания. Пока-пока, мои дорогие друзья.